Я держу писюн ураган. Еще пораньше видно кому-то или нет? Смотри, какой большой в руке помещается. Ну чё, пацаны, именно сегодня я официально объявляю старт наших битв за соревнования! Да начнется настоящая битва! Итак, дорогие друзья, всем огромный привет! С вами сегодня, как всегда, Олежа Кофе. Со мной сегодня Санечка Алексфокс, Ураганчик, Паша Клэс. И сегодня у нас будут самые эпичные соревнования, которых мы еще никогда не делали в GTA 5 RP на сервачке Rockfall. Да, играем сегодня на Сандрале. Итак, дорогие друзья, все вы прекрасно знаете, что порой периодически мы устраиваем очень крутые соревнования на тачах, где у нас присутствует много всяких соревнований. Да что ж ты делаешь-то, а? Меня еще и убило, спасибо большое. Спасибо, пацаны, да. Итак, парни, тишину, словили все, минуточку внимания, пожалуйста. Итак, дорогие друзья, давайте я сразу веду вас в курс дела, что у нас сегодня будет происходить. Все вы прекрасно знаете, что уже неоднократное количество раз мы устраивали соревнования на рандомных машинах, при этом у нас было очень много классных состязаний. Но сегодня, прочитав комментарии под предыдущим роликом, мы решили модернизировать наше состязание и сделать все по-новому. Поэтому сегодня у нас новая история наших соревнований с бандой Ютуба. Правила максимально простые. На каждое соревнование у нас будет отдельная рандомная машина. Гонки, дерби, перетягивание каната, езда задом, поднятие на гору. Именно все эти испытания у нас будет происходить на каждое испытание рандомная машина. Поэтому, дорогие друзья, перед началом этого ролика я вам хочу пожелать приятного просмотра и, конечно же, приятного аппетита. Ну и, конечно же, нормальных друзей, которые вот не такие, как эти, да, которые просто бросили меня. Тут. Все, ребятки, мы начинаем. Я уверен, сегодня будет супер эпично, поэтому заранее прожимайте кнопочку лайка и, конечно же, подписывайтесь на канал. Ну, мы начинаем. Погнали. Итак, дорогие друзья, мы приступаем к первому раунду. И первое испытание, которое нас сегодня ждет, это эпичные гонки. И прямо сейчас мы будем подыскивать для нас рандомные автомобили для того, чтобы принять участие в наших соревнованиях. Так, парни, все заходим в автосалон и давайте-ка смотреть. Опять же, друзья, сегодня у нас новые правила подбора автомобилей. Выбор машины у нас идет не из всего списка автомобилей, которые присутствуют у нас в автосалоне. Все мы прекрасно знаем, что на данный момент в автосалоне у нас находится 167 эксклюзивных автомобилей. Но сегодня мы решили ограничить этот круг поиска, и мы сузили нумерацию автомобилей от 30 до 100. То есть именно в этом диапазоне мы будем сегодня выбирать автомобили рандомным способом. И в этом нам поможет random.org. Поэтому, парни, давайте решим, кто первый, кто второй, кто третий, кто четвертый. Я второй. Так, мужики, я вас правильно понял, что первого мы ролим урагану, второй у нас Санечка, третий Паша, четвертый я. Итак, random.org готов определять наши машины. Итак, Саня, тебе машина достается под номером. Ураган, извиняюсь, 82, ураган, 82. Санечка, тебе достается машина под номером 71. Мы чисто на понижение играем. Паша, тебе достается машина под номером 84. Ну и мне, конечно, сейчас всякое говнясто достанется. Я 100% 62. Итак, давайте смотрим. Все запомнили, я надеюсь, да? И давайте смотреть, кому какая машина выпала. Ну чё, мужики, давайте озвучим машину. Давай реально по порядку. Давай, Саня, ты был первым. А, ураган был первым. Ураган был первым. Меня вообще тут ни во что не ставят. Простите. РЦФ. О, тебе фигня выпала, забей. Так, идем дальше, Саня. Мне выпала Toyota GR. Супра. Это что? А, тебе Супра выпало? Супра. Реально? Да. Так это новое, да? Так, Паша, что вам выпало? BMW M2, брат. Ой-ой-ой. Пацаны, мне выпал 200-й крузак. Нормально, да? Итак, мы на этих машинах... На этих машинах, да. Ну, подожди, ну видишь, у нас на каждое испытание рандомная машина. Поэтому тут реально сегодня полный рандом. Именно на этих тачках, дорогие друзья, мы перемещаемся к нашему первому испытанию, а это гонки. Ну что, мужики, готовы к первому состязанию? Я думаю, будет реально... Это очень-очень интересно. Там реально нормальный, годный маршрут. Просто не переживайте, вообще не панить об этом. Так, друзья, делаем заранее. Прежде чем начнутся наше сегодняшнее эпичное состязание, сделайте, пожалуйста, ставки в комментариях, как вы думаете, кто сегодня победит. А я напоминаю, пацаны, ведь сегодня мы боремся за приз, ведь 5 миллионов долларов. Ставки очень высоки. Ну что, мужики, 5 миллионов. Куда ты поехал? Стоять! Стартанул. Ну что, парни, здесь реально полный рандом. И что самое главное, такой рандом будет абсолютно в каждом испытании. Опять же, ребята, спасибо за вашу помощь в комментариях под предыдущим роликом. Ну чё, парни, желаю удачи! Победит сильнейший! Бомб! Стой, 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 стой,
Найс. Пацаны, G, нажмите, чтобы ремень отстегнуть. Да, смотри, там Паша еще, Паша на М2 поехал. Не, у Паши М2 все, нам. Мне кажется, Паша, ну смотри, опять же, я вообще не знаю, что по скоростным характеристикам у этих машин реально. Как бы, ну вообще, с Пашей мы едем сейчас прям вообще наравне. Куда ты? Ой-ой-ой-ой-ой. Как же занесло. Ой-о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 й-
сказать, ты хочешь сказать, что я должен запомнить все 60 точек, куда вообще нужно ехать, как он... Да, ты их запоминаешь. Ты же их не с закрытыми глазами, типа, кликал, плюс ты направление. А так вот чувствуешь, что с закрытыми. Кто-то, второй кто на супре едет? Я! Вижу вас, засранца! Я на супре. Слушай, ну супры вообще должно наваливать. Мы сейчас напрямик, как выйдем, вы меня реально обгонять будете. Вы понимаете, как бы это или нет вообще? Напрямике вы меня спокойно сделаете, прям 100%. Ну куда ты на эскалете своем летишь, блин, а? Ну ёлки-палки. Не видишь, крымзак едет, не забывайте, не забывайте, что мы постоянно подвержены вот таким вот взаимодействием, вот понимаете, да? Любой абсолютно рандомный фактор может повлиять на наше место, пацаны. Поэтому здесь вообще не в коем случае. Я подумал, что это кто-то из наших. Типа там прям такой цвет яркий. Тихо, не догоняй, не надо. А, на ветку вообще, а урагану, короче, урагану, как я понимаю, вообще не повезло, да? Я в очке, я только на ветку заехал. Какую ветку? Какую ветку, подожди? Типа, вот, ну, а как это называется? Какой это, Олег? А что, подожди, заранее... Повороты такие ставят. Заранее был поставлен поворот, надо было смотреть на карту моменталочкой, понимаешь, Санечка, а? Нужно в опыт смотреть. Я на вас смотрю, вот ты красивые. Тихо. Так, вот здесь вообще, как говорится, тише едешь, дальше будет, да? Да, вот единственное мне, что не нравится, это то, что я красный, а у меня машина синяя. Я такой... Что здесь такое было? Так, аккуратно, папик, что заходим, все повороты собираем, нормально. Как я не на конечно, пацаны, научу. Ай, Санечка, да. Ой. Здесь узкие, понимаешь, узкие. По ним нужно проехать прямо обязательно. Как? Я вообще не понимаю, смысл здесь дом покупать. У вас вообще в целом сколько машин выдавало максималку? Какую вот вы не видели? Я не знаю, я не стал максимум разгонял. Тут такие повороты классные. Ну не, ну подожди, трасса. Вы что, вы понимали? Маршрут у нас проложен абсолютно через всю карту. У вас у всех еще есть шанс победить. Да, сука! Ты! Не садись! Куда ты едешь? Что случилось, Саня? За меня Ниссан, бро, ехал после зачем? Тем более, парни, вы все прекрасно должны понимать, что гонка может закончиться абсолютно любым результатом. Вы сами вспомните, как в одной из гонок Саня подрезал ураган, и вы улетели вдвоем. Я не подрезал, я не подрезал. Да, мы пересматривали. На моем откате нету подреза. А в другом откате есть. Так, ну блин, ну тут, конечно, нам еще пилить и пилить, пацаны. Вы понимали, я вот только вот, ну, к бэушке подъезжаю. Чего? Подожди. Я не рофлю, я вот только подъезжаю. Как это нормально? А где все остальные? Паша, Саня, я вас вообще не вижу. Я еду вот. Я тоже еду. Я вас просто я вообще не вижу. Я только проехал. Ну неудобная тачка. Тихо. Да ну что ты? Боже мой, да кто маршруты такие проложил? Ты, ну, я не проложил, я прекрасный человек, который без очков, видимо. Перевернись! Это вот что сейчас было? Я что, скейтер? Мы с Олегом реально тряпочку подарить для очков. У меня машина не переворачивается, помогите! Помогите, подбейте его просто! Просто засранцы! Это что так? Вы засранцы! Я понял, пацаны, вас. Я вас услышал. Я вас услышал. У меня просто машина, она не хотела переворачиваться прям вообще никак, понимаете, да? Хорошо. Я же вас догоню, пацаны. О, один полетел, второй сейчас тоже полетит, походу. Паша красава, Паша лучше. Паша просто лучше. Тише едешь, дальше будешь. Саня, ну пропусти, ну что ты дрифтишь? Ты что дрифтишь по бездорожью вообще, а? Паша, привет. Ой, привет. Так, гонка в другую сторону, Паш. Так, ну вы из-за чего, пацаны? Привет, Паша! Вы если что, не думаете, что бездорожье у нас будет по КД? Это что такое? Так, а здесь, короче, налево, я понял, там просто GPS показывает какие-то супер странные маршруты, если честно. Да, он почему-то вообще как-то в другую сторону. Давай срежем, брат. Я реально испугался, что у меня машина вообще больше не перевернется, потому что я знаю, что некоторые тачки тут... лучше медленно поехал. А я говорил, лучше, как вы понимаете, вот как вот тише едешь, дальше будет, как говорится, парни. Это самое главное. Нет,
но опять же, пацаны, не время отчаиваться. Вы должны прекрасно понимать, что впереди нас ожидает еще много испытаний. И как бы там он реально повезет. А долго еще эта гонка будет длиться, я устал. У меня максималка 215, пацаны. У меня максималка 215. Так что, да. Не, это точно китайский какой-то составлял. 221. Вот, видишь, у тебя машина быстрее так-то, а? Вот, Санечка, а ты жалуешься. В смысле, 225? Бля, мы с Пашей просто два гения. У тебя быстрее машина. Тихо, тихо, я 212 ехал, 215. У тебя 220 плюс она едет, Саня. Тебе поехали быстрее. О чем ты говоришь мне вообще? Паша, можешь вот четко и громко сказать? Нет, не 230, сказал 215. Трасса имба, пацаны. Да, я вообще по ней не еду, брат. А почему? Нет, громче надо, Паш, вот прям цифру назови. А что вам не нравится? Тут какая-то колонна, пацаны, слышите? Тут какая-то колонна гонщиков, прям самых настоящих. А что тут реально происходит? Не-не-не-не-не. Там прям на жестких тачках каких-то. Там будет примик прекрасный, тихо. Бы Саня Чай. Меня больше напрягает то, что, по-моему, они в моменте начали ехать за мной, поэтому я надеюсь там... Они поехали в сторону меня и хотели помешать мне. Тихо, так, здесь, пацаны, аккуратно, там резкий разворот. Саня, вот сейчас готовься к резкому развороту, поворот на туннель. На туннель, пацаны, который под Челядом. Так, ну гонка совсем скоро должна заканчиваться, пацаны. А примик когда, можешь сказать? Ты бледина ебаная! Идите нахуй отсюда! Ох, как же я хотел ответить сейчас! Как же я хотел ответить! Ураган, забей, у нас, понимаешь, у нас состязание! У нас другие... Сука, бля! Это не Саня специально, честно слово, не специально. Да пропусти! Что он сделал? Он сейчас еще и вырываться будет вперед, смотри. Пакетик, Санечка, пакетик. Пакетик. Здесь уже притормозить. На голову. Здесь уже притормозить. Надеваешь, Олег? Тихо. Скотина! Не подрезал, неправда! Подрезал. Блин. Так, ну здесь можно сократить в целом, да? Аккуратненько. Блин, так классно. Ой, блин! Такие цвета прекрасные. Ой, блин! Тихо, на крышу. Хорошо! А как дальше-то? Дабл-ю не работает. Да а сука, как дальше-то? Ну, пожалуйста. А у Сани дальше ну, примик, пожалуйста. Если он сейчас Саня меня обгонит. Где Саня едет? Я не еду никуда. Где? О, Паша там тоже развернула. Паша, смотри, я вижу. Так, ну все, тут чисто финишный примик. Но финишный примик находится далековато. Поэтому пиздец, тут просто... Все, тут блядь. Надо просто тапочку в пол. Просто тапочку в пол. И тапочка, пожалуйста, тапочка. Пожалуйста. 200, давай. Ну, у меня скорость вообще максималка. 220, все, пока. Спать. Пока, так, последнее а место. А что случилось, Саня, у тебя? Что случилось-то, я не понимаю. У меня машина застряла. Реально? Да. Ты в каких-то бревнах там дорога, да. Хотел взять и слететь, я понял, где ты. Бывает, Санечка, бывает. Я завис, нет, я вылетел. Ой-ой-ой. Сань, ты не будешь последним, я про это и говорил, мужики, понимаете? Мы подвержены абсолютно рандомным исходам на протяжении всей нашей гонки. Да-да. Блин, человека не сбил. И как с этого говна выбраться, она трястит, говно. Всё, пацаны, первое место, отлично. Вот она, легенда, вторая. Место! Как я вообще второй приехал? Я не знаю, я об этом и говорю, тут реально рандомно все. Так, значит, у нас ураган приехал вторым, Саня у нас, получается, приедет третьим, так как Паша у нас, к сожалению, дисквалифицирован. По техническим. Нет, машина нам больше не нужна. Так Паша крашнул, он просто выбыл из гонки и все. Саня приехал третьим, и Паша, получается, занимает четвертое место. Итого, по итогам первого испытания мы получаем следующий результат. У меня 4 очка, у урагана 3 очка, у Сани 2 очка и у Паши 1. Именно сейчас мы возвращаемся обратно к автосалону. Также ролим рандомные машины, которые у нас будут на следующее испытание. Ну что, пацаны, второй этап, второе состязание. Готовы узнать автомобиль? Так, ураган, тебе достается машина под номером 76. Санечка, тебе достается машина под номером 75, прикинь, чего? А, нифига себе. Тебе достается машина под номером 56, и мне достается машина под номером 52. Просто капец рандом решает, а. Какая моя 75? Да ебать, ну запоминать надо было. Все, отлично. Каждый, я надеюсь, запомнил. Вот прямо сейчас мы смотрим, какие автомобили у нас есть. Ну что, парни, готовы озвучивать свою машину на второй раунд? Давай, Саня, ты первый. Сань, ты первый. Я первый? Да, ты первый. А нет, стоп, ураган перкнул. Блин, ураган, ты опять ураганишь. Хватит всех. Давай ты первый, пожалуйста, я не хочу это называть. Давай, ладно, Саня, ты первый, называй, какая у тебя машина. Мазерати. Гран-туризмо. Ничего себе. Мерседес ГЛС. Так нормально, у тебя хорошая тачка. Она хорошая, она управляемая, она прям идеальная. Давай, Паша, давай. BMW M5 ешь. Пять ему BMW, папа! BMW, блин, а!
Итак, мне выпало Audi RS2 B4. Именно на этих машинах, ребята, мы переходим к следующему испытанию. Следующее испытание — это у нас езда задом. Итак, дорогие друзья, мы наконец-таки готовы перейти ко второму испытанию — езда задним ходом. Ну что, давайте, готовы? Раз, два, три. Да что мы сразу пинаться-то? Так, все, это было. Так, обязательно пристегнитесь, потому что кто же его знает, что произойдет во время трассы. Выпала хорошая машина, но на самых хреновые испытания. Ну а что, Сань, поделает? А что поделает? Сколько? Че, Сань, бортуется? В смысле, ты сам присосался ко мне. Сколько у вас? У меня 64, 63 едет. 63. 57. Урагана быстрее едет, а глянь. Это ГЛС, ГЛС МБА. Мы будем очень долго ехать, вам так не кажется, нет, а? Не-не-не, а давай, не, Сань, давай до моего особняка, может, да? Просто, а? Хорошо, давай. Реально, давай сократим дистанцию до моего особняка. И нужно заехать там в забор, заехать прямо на территории и паркануться там под крышей. Вы поняли, как это? Знаю, у тебя там особняк. Я скажу. Там будет такое, смотри, там будет сначала первое здание идти такое большое красное, а потом будет второе здание. Вы чё там? Да я говорю, типа, почему такое? Так всегда, ну не везет мне с машинами. Как же ручки-то трясутся. Да, аккуратно. Прям очень аккуратно нужно, пацаны. Ну, понимаете, сдаем на права. Сдаем на права задом? Да, ну, конечно, парковку сдаем нормально же. Ну, это слишком длинная парковка. Это экстремальная вождение. Ну, ураган прям очень жестко вырывается, реально. Ой, блин. Тихо. Санечка тоже развернул. Меня тоже закрутило. Ну это прям жестко, реально, это прям очень жестко. Да, тут слегка поворачиваешь, и все. Смотри, как они вырываются вперед. А, Паша, смотри. Паша сокращает. Ответ, а что такое? Я легонечко повернул. Тихо, давай. Так вы тормозите, когда вы поворачиваете. Конечно. Что там у вас? Ты что делаешь? Ты что, нормально вообще? Первый особняк твой или второй? Второй. Там же отображается. Желтый домик второй, да, который. Паша, засранец, я подрезал меня. Я надеюсь, ты разобьешь сейчас. Я, кстати, надеюсь, ты в кювет улетишь сейчас. А конечно, случайно. Это вообще бессмысленно ехать. Какой красивый особняк. Давай, крути баранку быстрее. А можно за победу вы мне вот этот особняк первый подарите? Нет, ни в коем случае. Так, ураган, смотри, вот, следующий дом. Вот, да, следующий особняк — это мой, и ты должен заехать туда. То есть, прямо вот там тоже серпантинчик такой заезд, прям нужно туда заехать. Надо как-то Пашу догнать. Вот ураган уже заезжает, смотри. Да, я вот здесь что-то прям потерялся очень сильно. Ну, в принципе. Тихо. Я приехал. Да ну что за... Все, да, я на месте. Я прям вовнутрь въехал. Давайте, пацаны, я верю в вас, не мешаю. Блин, ну езда задом — это прям не мое вообще, прям вообще не мое, реально. Алкаш едет на красном сигнале. Так, ну хорошо, ладно, нормально. Итого, что мы имеем по конечному результату? Ураган занимает первое место, Паша второе, я третье, я четвертое. И по итоговому результату, что мы имеем? Итого, какой результат мы имеем по исходу двух испытаний? У меня 6 очков, у урагана 7 очков, у Паши сколько? 4 очка, и у Сани 5 очков. И мы перемещаемся сразу же к следующему. А нет, мы переходим к автосалону и выбираем следующую машину для следующего испытания. Ну что ж, парни, следующее наше испытание — это перетягивание каната. Так что здесь как бы надо реально выбрать нормальную машину. Какой-нибудь джип вообще желательно. Итак, давай, ураган, ты первый у нас. У тебя машина под номером 87. Ураган, 87. Запоминаю, да, твоя машина под номером 87. Санечка, твоя машина под номером 98. Интересно. Паша, твоя машина под номером 89. И у меня машина под номером 35. Ну класс, спасибо большое, а. Так, давайте смотрим, у кого какие машины, и озвучиваем их. Не, парни, это я не хочу принимать уже априори, заранее, прям при первом участии в этом раунде. Давай, ураган, говори, какая у тебя тачка. Блять, у меня Дугатти, у меня мотоцикл, блять. Реально? У меня мотоцикл. У тебя мотоцикл, окей. Дальше, Саня, у тебя что? Ягуар F-Tupi. О, нормально. Паша, у тебя какая тачка? У меня Lexus GS в натуре. Lexus GS, я понял. Так, у меня Mercedes E55. Старенький Mercedes. Ладно, давайте, правда, мотоцикл давайте, наверное, не будем принимать в учет, да, потому что, как бы, ну это правда будет неинтересно, мне кажется, сразу все понятно. Давай, ураган, на одну машину назад просто давай сделаем тебе просто. Назад? Еще. Да, на одну машину назад. Так, подожди, ураган, если на один назад, то это у тебя комарик. Комарик, отлично, все, тогда ты будешь на комарике. Не, парни, вы реально издеваетесь. Вы просто гляньте на ваши тачки, вы посмотрите на мою. Вы хотите сказать, это нормально? У тебя прям хорошее. Мне нравится. У меня прям вообще отлично. Так, хорошо, все подходим. И, соответственно, прямо сейчас мы будем решать, кто
с кем батлится, кто переходит в финал и все остальное. Так, ураганчик, какая? Орел выбрал, да? Ну давай. Ну-ка, че выпало орел, я проиграл. Я победил. Так, ураган это первый, значит, значит победитель. Да, победитель, да, с победителем, ой, проигравший с проигравшим. Вы тоже монетку подкидываете, соответственно, и все. То есть, ребята, мы действуем победил именно по таким правилам. Значит, давай, значит, Саня теперь мне с ураганом. Паша, иди сюда. Паша, иди сюда. Тихо, тихо. Ой, а, так все, подожди. Давай. Я батлюсь с Пашей. Да, все, я понял всю эту схему. Да, все, тогда мы первые с Пашей выезжаем и приступаем к первой битве. Ну что ж, Паш, ты готов к первой битве? Перетягивание канала. Ну я знаю заранее, что проиграю я. Ладно, давай. Раз, два, три. Ой, да, это логично. Это логично, что будет все именно так. Это да. Ну ты же видишь, пробуксовку у меня идет. Ты же видишь, прекрасно. Может, ты на месте стоишь просто. Да, сейчас он на месте. Шины прокатывают. Не, видишь, смотри, дальше. Нет, он меня начинает дальше. Тянет. Проиграл. А почему так? Давайте следующих сразу зовите. Слушай, ну вот тут реально непонятно, что из этого ждать. У ягуара у него еще перед, видишь, приподнят немного. Это прям круто выглядит, а? Кажется, так, ну что, мужчины, готовы? Три, два, один, погнали! Чего? Опа-опа-опа-на, отдыхаем хорошо. Опа-опа-о. Ну смотри, у Сани полный привод. У урагана задний привод. Нет, не полный привод. У тебя два колеса, у тебя у двух колес. У тебя у всех колес пробуксовка идет. У тебя да, у тебя полный привод, Сань. Куда ты там пробел жмешь? Не-не-не-не, чисто только W жмем. Без пробелов, без пробелов. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Ну тут чисто ураган проигрывает, сейчас дает позицию, потому что у него задний привод, скорее всего. Чисто из-за этого. У Сани реально полный привод. Да, да, да. Чисто из-за этого. Ну е-мое. Подожди. Давай, 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 давай. Ну тут, по-моему, понятно все уже, как бы, да? Тут уже все понятно. Нет, я не знаю. Тут уже все понятно. Тут уже все понятно. Помогите мне починить машину. А, конечно. Только вы смотрите, у вас рано или поздно, у вас как бы, ну, могут лопнуть шины, вы как бы тоже. В смысле, где, у кого ничего? У меня лопнули. Реально? Да. Ну как бы тут. Ну тут смотри, Саня, тут достаточно просто преодолеть то самое главное, что твоя машина просто заехала за этой линией. Тогда ты победишь уже сразу. А ну-ка! А ну-ка! Все, Саня победил. Так, и того, что мы имеем? Получается, Саня поздно занимает у нас первое место, ураган занимает второе место, Паша занимает третье место, я занимаю четвертое место. Получается именно так, да? Хоть да, пацаны, это еще не конец. Это еще не конец. Потому что нас впереди ждет последнее испытание, и это дерби. Все, парни, мы с вами на финишной прямой. Осталось лишь только понять, кто на какой машине будет в последнем этапе. Я на лучшей машине буду. Дерби. Ну что, пацаны, готовы? Давай, давай. Первый давай. Ураган. Меня. Ураган, твоя машина под номером 88. Семь, а, Санечка, твоя машина по... Сот, ровно сотка, прикинь, сто, да. Так, Паша, ну, Паша, твоя машина под номером 81. Ну и, конечно, мне сейчас выпадет самая говнястая машина, которая только может выпасть под номером 70. Но хотя бы так, спасибо и на это. Кстати. Так, давайте смотреть, у кого какая тачка. Ну чё, парни, озвучиваем, у кого какая тачка. Санечка, ваша... А, ураганчик, всё, опять, я буду... Опять путать, я, всё, буду. Я не буду говорить. Три часа записи, ребята, мозг плывёт. C63 2018 года. Стоп, еще раз, C63 Мерседес, правильно я понимаю, да? Какого года? 18-го. У меня то же самое, только 14-го года, прикинь. А у меня, ребята, Саня, у тебя что? А у меня Мерседес C63S купе 2017-го. Подожди, так, а у тебя, Паша, какой Мерседес? Chevrolet Camaro, ребят. Все, мы переходим к последнему состязанию, ребята. Там у нас свершится судьба всех участников нашей программы. Я не знаю, как так совпало по рандому, что у нас сразу три одинаковых Мерседеса, просто раз. Года выпуска. Паша, я, короче, я предлагаю Пашу реально Пашу первого скидывать, да, потому что, как вы понимаете, он реально импостер среди нас, понимаете, да? Он реально предатель. Ладно, парни, вы готовы? Скажите мне, пожалуйста. Последнее испытание на сегодняшний день. Давайте, на счет три. Раз, два, три. Бум! Слушай, ну тут реально непонятно вообще, у кого какой результат будет, потому что я пока... Я тебя подталкиваю, Олег. Да ну не туда я хотел тебя подталкивать. Вова, Пашу, Пашу, души, души, Пашу. Ну не-не-не, мы не играем, нет, мы не играем объединениями, пацаны, нет-не-не, так будет нечестно. Почему? Нет, мы не объединяемся, каждый сам за себя, понимаете, да? Слабые играют объединениями. А тут реально, а тут как-то, я не знаю, тут как-то прям... Прям как-то... Опа-на! 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 Да! Моя ошибка! Ты моя ошибка! Моя ошибка! Минус Санечка! Минус Санечка! Я чисто покапил. Олег просто мне в бочину сидит и дышит. И заебал! Да что я сделать-то могу-то, а? Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Пошёл вон!
Ой-ой-ой-ой-ой, смотри, что происходит у нас. Нашел, кому садиться. Настя, Настя, задний привод, сталкиваем, задний привод. Я к победителю. Ну, у меня, кстати, ну, у меня, кстати, полный привод. Слышишь, Саня, у него машина теперь тяжелее, если у тебя вылезть оттуда, а? Да, мы, конечно, тяжелее. Мы вытер... Тихо. Олега, Саня! Ема, это был опасный маневр, здесь очень опасный маневр. Никита, в прошлый раз мы за 5 секунд залетели. Да, тут как-то... Короче, надо что-то... Сука, толкай его. Тихо. Нет! Я засмотрелся! Ну нет! Ну капец просто, ну как же так? Не, ураган, если ты не оставишь честь Мерседеса, то мы просто с тобой перестанем общаться, реально, понимаешь, да? Ну как? Как? Нет, у тебя полный привод! Я перестану писать по ночам. Да! Итого, ураган занимает первое место в этом испытании. Паша второе, я третье и четвертое, Саня. Итак, дамы и господа, настало время подвести конечный результат. Итого, что мы с вами имеем? Значит, последнее место занимаю я по совместительству вместе с Пашей. Мы занимаем... А, нет, Саня занимает последнее место. Да, у Сани 8 очков, Саня занимает последнее место. Соответственно, с результатом в виде 8 очков. С Пашей вместе мы разделяем второе и третье место, мы, значит, у нас 9 очков. И первое место, значит, с огромным отрывом, значит, зарабатывает у нас ураган, и у него 14 очков. Поэтому, братишка, я тебя поздравляю, значит, ты у нас получаешь сегодня главный приз в виде 5 миллионов долларов, да? Серьезно, за 5 миллионов? Я говорил, я вам сказал сегодня, что у нас приз 5 миллионов. Я вам сразу говорю, вот так вот, значит, да? Ох, ребята, состязания были сегодня действительно эпичными. Я надеюсь, вам они понравились. Дорогие друзья, я надеюсь, вы кайфанули по полной программе от просмотра сегодняшнего ролика. Подняли вам настроение, вы поставили лайк и подписались на канал. Испытания были сегодня правда тяжелыми. Записывать все это было правда сложно, но мы это сделали. Так что надеемся на вашу поддержку. Ну а на этом сегодня все. Это был проект GTA 5 RP Сервачок. Если вам нравится, заходите, играйте вместе с нами. Скачивайте проект по ссылке в описании. И не забывайте вводить наши промокоды, которые дают 12 тысяч баксов или статус на 10 дней. На этом, дорогие друзья, сегодня все. Всем до скорой встречи. Всем пока-пока. Пока. Пока.